Всем привет! В этом видео я покажу, как можно получить 3 достижения. Для этого вам потребуется кубок фонта и панкратион. Этот кубок можно получить после прохождения задания мира, сила и смекалка, который выдается в крепости Миропиц. После выполнения этого задания у вас появляется в инвентаре этот кубок. Осталось его только использовать, правильно? Давайте я покажу, где это можно сделать. Для этого вам потребуется переместиться в новый исследовательский институт Фонтейна. Полетели. Так, отлично. Здесь, как вы уже видите, есть... Прикольно смотрится. Я впервые, на самом деле, его вижу, если честно. Автомат с Фонтой. Выпить. Опа, слушайте, реально работает. После использования данный кубок наполняется. Полный кубок Фонты, видите? Использовать предмет задания. Ух ты. Я предлагаю использовать на нем. Первое достижение уже получено, да? Это работает следующим образом. Мы можем постоянно наполнять. И для того, чтобы получить еще два дополнительных достижения. Оказывается, можно поить одного и того же персонажа. Я хотел проверить. Выпить фонд, ребят, 16 раз нам нужно будет это сделать. 16. Действительно, да? Поехали. Какой это? Уже третий? Считаем. Нельзя только сразу это использовать, жалко. Четвертый. Пятый. Шестой, да? Я ж не сбился. Седьмой. Восьмой. Девятый. Десятый. Одиннадцатый. Двенадцатый. Приготовились. На 13-м нам дают вторую ачивку. Последнее море фонты. Это 13-й был. И поехали еще. 14-й. 15-й. Ну и последний, ребят, последний. 16-й и третья ачивка. Невероятно, да? Ну и чтобы убедиться, давайте достижение зайдем. Откроется. Так, это не то. Вот, последнее море фонты. Один. Два. Три. Надеюсь, видео было полезным, ребят. Не забывайте подписываться. Пишите комментарии, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, смотрите видео до конца. И обязательно подписывайтесь на все каналы, ссылки которых вы найдете в описании к этому видео. Пока.